На смену зеленой карточки с НИЛС придут электронные и бумажные уведомления. Тем, кто впервые регистрируется в системе пенсионного фонда, пластиковую карточку страхового свидетельства выдавать больше не будут. Вместо этого присвоят номер. В уведомлениях будет вся необходимая информация о человеке и сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или территориальном органе пенсионного фонда или в МФЦ. А электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете на сайте ПФР. Страховые свидетельства, ранее выданные, они ни в коем случае не утрачивают свою силу. Это такой же действующий документ. То есть постепенно уже мы уйдем, то есть поскольку мы сейчас уже перестаем выдавать эти страховые свидетельства, в дальнейшем у граждан на руках будут только уведомления.